сегодня? Упырев Михаил Иванович. Это бывший мультимиллионер? Он самый. День добрый. Можно? Михаил Иванович, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вы сказали, что нужны живые воспоминания свидетелей и участников тех событий. Самое главное, чтобы на все вопросы вы отвечали честно. Хорошо. Расскажу все, как было. Трудно приходилось тогда. Довольны теперь своей жизнью? Не скучаете по тому образу жизни, который вели до революции? Был у вас соблазн побороться за свою собственность? Все, кто ввязался в военную авантюру против советской власти, сами знаете, как закончили. А до большого кризиса вы совсем не думали об этом? О том, что система обречена? Не было у меня времени на подобные размышления. Поймите, это как спорт. Только вместо участия в соревнованиях ты что-то покупаешь или продаешь на бирже, следишь за котировками акций, воюешь с конкурентами или заключаешь сделки. Потом садишься в бизнес-джет и летишь в Монте-Карло, в Майами или на Мальдивы. И казалось, так будет всегда. А заботы и беды обычных людей, задержки зарплаты и сокращение работников были где-то там, далеко, в другом мире. Но сколько веревочки не виться, а конец будет. Прошу вас отнестись к этому с пониманием.